Майстерня добрых справ. Молодая жыхарка старых дорог знайшла цікавы спосаб аказваць дабрачынную дапамогу. 21-гадовая Крыстіна Жукавец прадае сувеніры, створаныя ўласнымі рукамі, і ахвяруе атрыманыя сродкі на лячэнне хворых дзяцей. Дабрачынны аўкцыён дзяўчына праводзіць праз папулярную сацыяльную сетку. На заклік старадаражанкі ўжо адгукнуліся сотні людзей з розных куточкаў Беларусі і нават за мяжы. Бумеранг добра, сюжэт Кацярыны Сурмы. Крыстіна Жукавец займаецца жывапісам, графікай, вяжа і майструе з падручных матэрыялаў. За некалькі гадзін дзяўчына стварае сапраўдныя шэдэўры. Вырабы маладой мастачкі ўпрыгожваюць кожны пакойчык у доме. Сувенірамі адораны ўсе родныя і блізкія. А апошнім часам Крыстіна вырашыла, што яе творчасць павінна не толькі радаваць вока, але і прыносіць рэальную карысць. Найбольш удалыя работы дзяўчына выставіла на аукцыён. Атрыманыя сродкі пойдуць на дабрачыннасць. Это как награда, скорее всего, а не какая-то продажа. Вот человек жертвует какую-то копеечку, вы за это получаете награду. Як важно своечасово протягнуть руку допомоги тому, кто мае у гэтым потребу, Крыстіна доведалася на уласным досведе. 6 год тому с дзяўчынай здарылася несчастье. Хвороба Гіпер-Ліндау, фактично рак спинного мозгу. Крыстіна перестала ходить. На лячэнне у замежной клиницы у сям'і не хапала грошей. Допомогли жыхары старых дорог. И необходимую сумму собрали вельми хутка. Теперь девчина проходит реабилитацию и запуская свой бумеранг добра. В моем жизненном пути встречалось очень много людей, которые нуждаются именно в лечении за границей. Но, естественно, это стоит очень недешево. И ничего другого не остается, как обращаться к людям со своей болью, со своей проблемой, своим криком души и просить их помощи. Вот. И я, наверное, как никто другой об этом прекрасно понимаю это и осознаю. Для своих добрых справ Крыстіна Жукавец собрала самую масштабную и открытую пляцовку, одну из популярных социальных сеток. Створила сторонку, где разместила сувениры и пропоновала покупникам самим призначать цену. Кто-то купит работу, приобретет ее и увидит ее вся в доме и наткнется на нее, да? Я думаю, что он вспомнит, что он когда-то помог человеку. И кому-то сейчас, наверное, продлилась жизнь благодаря ему. Вот, поэтому я думаю, он улыбнется и сделает еще больше добра другим уже. Первые выники працы майстерни добрых справ уже есть. Сумма у 80 рублей отправлена на доброчинный рахунок маленького случанина Елисея Серого, у якого нейробластома на заглотке и слепота. Напереди допомога еще многим хворым. Тем больше, что до Крыстіны долучились майстры из разных кутков Беларуси и навод за мяжи. Например, гэтага медведика дзяўчынцы дослала мастачка из Великобритании. У нас страдражане таких вот прекрасных игрушки шьют, такие вот разные. Вот. Тоже женщина, пенсионерка, уже на пенсии, вяжет разные такие вот заколочки, резиночки. С Питера есть работы, со Слуцка, с Гродно. Поколе в группе Крыстіны каля 800 человек. Але колькость наведвальников электронной сторонки с каждым днем повеличивается. Свой бумеранг добра может запустить каждый жадающий. Катерина Сурма, Андрей Кульгавы, Минщина. Репортажи, эфирные виды у всех программ у любой час доступны на сайте ctv.biua и на YouTube-канале «Столичное телебачение». Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на это у меня все. Доброго вам настрою. До встречи.